В ходе своей рабочей поездки в Республику Татарстан полпред президента Российской Федерации Михаил Бабич посетил Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ, где его подробно ознакомили со всеми техническими возможностями симуляционного центра. В ходе своего визита Михаил Бабич принял участие в очень важном мероприятии, посвященном безопасности, и ознакомился с работой комплекса «Безопасный город», после чего полпред президента Российской Федерации прибыл в учебно-лабораторный комплекс Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Там его ознакомили с современным оборудованием, которое позволяет студентам нарабатывать врачебные навыки в условиях, максимально приближенных к реальности. Учебные лаборатории Института фундаментальной медицины и биологии КФУ являются собой высокотехнологичный комплекс, содержащий в себе не только симуляционный центр, но и блестяще оснащенные химические лаборатории. Михаил Бабич высоко оценил представленный ему учебно-лабораторный комплекс. Еще раз честь и хвала нашим молодым специалистам, нашим ученым, нашим инженерам, которые смогли создать не просто уникальный продукт, да, а это крайне важная вещь с точки зрения того, что мы будем через это получать квалифицированных врачей, где будет исключаться или снижаться там возможность, вероятность медицинской ошибки, и это будет напрямую влиять на уровень жизни наших людей. Лина Саримова, Руслан Урманов, Универньюз.